В самом центре Петербурга наркополицейские обнаружили настоящую плантацию конопли под крышей жилого дома. Я лежу, мужики, лежу. Одна из комнат была переоборудована в кухню. Мама переживает. Сын бездельный, нет, у меня часы с пятницы по понедельник. Не стучи в мою дверь, если у тебя нет денег. Наверное, ты не туда попал, не тут и дверь. Мама переживает, сын бездельный, нет, у меня часы с пятницы по понедельник. Не стучи в мою дверь, если у тебя нет денег. Наверное, ты не туда попал, не путай. Товар, не опаздывай ко мне. Парень за провал придется заплатить вдвойне. Да сука, я вышел из недр адской темноты. Мне нужна хорошая трава и кадеин. Иногда я думаю, что плохой человек. Думаю, что плохой, продав кому-то очередной пакет. Я не помню количество взорванных ракет. Не поебать, лишь бы к лету был новенький корвет. Кто ты такой, я не помню. Нет, мы с тобой не знакомы. Сегодня я рано вышел из дома, чтобы нарушить законы. Нет, время на сон. Снова звонит мой фон. Не надо, не надо мне пиздеть про свой гетто-район. Твое гетто — это всего лишь папина квартира. Какой ты нахуй гангстер, ты всего лишь Буратино. Нет, парень, ты не Дила. Нет, парень, ты не Кила. Прости, но тебя всего лишь сильно накурило. Да, мы любим травку, как Snoop Doggy Dogg. Кто-то только критикует, тот убогий лоб. Они толкают отраву, чтобы ты быстрее сдох. Нет, мы никогда не покажем им свою любовь. Нет, у меня часы с пятницы по понедельник. Не стучи в мою дверь, если